Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 788. Какое наименьшее натуральное число удовлетворяет неравенству? М больше 13/5. Запишем неправильную дробь 13/5 в виде смешанного числа. Для этого нам нужно разделить 13 на 5. Ну, если мы разделим, то получим неполное частное 2 и остаток при делении 3. Тогда 2 – это будет целая часть смешанного числа, а остаток 3 мы должны записать в числитель дробной части, ну и в знаменателе будет 5, тот же знаменатель. Значит, 2,3 – это те же 13/5. Ну и вот наше неравенство теперь выглядит так. Теперь какое же наименьшее натуральное число, которое удовлетворяет этому неравенству? Ну, очевидно, этим числом будет число 3. Почему? Потому что меньшее, ну, число, которое стоит перед тройкой в натуральном ряду чисел, это двойка, но двойка уже будет меньше, чем 2,3. Поэтому тройка – это наименьшее число натуральное, которое удовлетворяет этому неравенству. 3 больше, чем 2,3. Второе. 275/10 меньше m. Запишем 275/10 в виде смешанного числа. Тогда, если мы 275 разделим на 10, то мы получим неполное частное 27, а остаток при делении мы получим 5. Тогда этот остаток мы записываем в числитель, в знаменателе 10. Вот 27,5 – это 275/10. Так, и меньше m. Какое же наименьшее натуральное число, которое удовлетворяет этому неравенству? То есть мы должны записать число, которое идет следом за 27,5. Ну, конечно, это число будет 28. И это будет наименьшее число, потому что число, которое идет перед числом 28, это 27, но 27 уже не будет удовлетворять неравенство, потому что 27 меньше, чем 27,5. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.